Значит, вы вошли, переставили мебель, поменяли тарелки. А куда вы подевали мою люстру? Если ваш ключ подошел случайно к чужой двери, возможно, за дверью вас ждет судьба. Ирония судьбы или с легким паром 31 декабря. Только на канале «Россия». «Цигель-цигель, ай-лю-лю» в переводе не нуждается. Смотрим фильм «Бриллиантовая рука» 31 декабря на канале «Россия». «Бриллиантовая рука» – о, это же мечта. То, чего не хватает к моей бриллиантовой короне и бриллиантовому голосу. Смотрим 31 декабря и восхищаемся. «Бриллиантовая рука» только на телеканале «Россия». Раз. Молодец. Два. Чем больше статим, тем лучше. Если под Новый год к вам заглянул доцент, то ваше место в университете. Но, скорее всего, перед телевизором. Джентльмены удачи. 31 декабря на канале «Россия». Не пропустите. Кто заказывал такси на Дубровку? Отправляемся в путь вместе с любимыми героями. «Бриллиантовая рука» 31 декабря только на канале «Россия». Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Конечно, ирония судьбы или с легким паром. Только на канале «Россия». Самое смешное перевоплощение в жизни заведующего детским садом. Джентльмены удачи. В этом фильме много ценных идей для подарков на Новый год. Ну, например, детям мороженое, женщинам цветы. А чтобы не перепутать, смотрим комедию «Бриллиантовая рука». Только на канале «Россия». Мы так давно знакомы. Предлагаю перейти на «Ы». Операция «Ы» и другие приключения Шурика только на канале «Россия». Смотрим! Со мною вот что... Ну, не могу я, Раиса Карловна. Тянет и все. Ко мне, да куда тянет? Ну, к Наде. Кто это? Как он сюда попал? Значит, ты дала ему ключ? Подождали, пока я уйду. Куда он? Все хотел, ты говоришь. Третья улица, строители, 25, квартира 12. Надя, я с Новым годом тебя! Просто проходной двор какой-то. Наши любимые фильмы. Наш любимый праздник. С любимыми не расставайтесь. Ирония судьбы или с легким паром. Смотрим только на канале «Россия».